Я сейчас нахожусь на Троекуровском кладбище Москвы. Через несколько минут здесь будет торжественно открыт памятник Юрию Шатунову, певцу, который стал символом 80-х и 90-х и настоящим явлением в отечественной поп-культуре. Сегодня ему исполнилось бы 50 лет. И именно в этот день мы собрались здесь для того, чтобы торжественно и официально открыть ему памятник. И глядя на то, сколько поклонников, почитателей таланта пришло на это открытие, невольно думается о том, что, несмотря на смерть, Юра продолжает жить в наших сердцах, в нашей памяти, в своих песнях. Откроет торжественно, откроет памятник автор и скульптор памятника Виктория Тищенко. Виктория, прошу вас. Памятник Юрию Шатунову открыт. Скульптором выступила Виктория Тищенко. Она же была архитектором этого памятника. Работа заняла около года. И вот к его памятнику, к его постаменту несут первые цветы, первые белые розы. Поклонники долго ждали этого момента, особенно те, которые собирают подписи за то, чтобы скверу в Москве было присвоено имя Юрия Шатунова. Они собрали большую корзину из 250 белых роз. И вот, наконец, у них есть возможность положить эти розы к памятнику своему кумиру.